В Лондоне появился Дом Казахстана. Посольство нашей страны Великобритании над своим зданием установило надпись «Казахстан Хаус», что является показателем высокого статуса загранучреждения, рассказывает наш лондонский корреспондент Галымжан Караманулы. Пальмаль – одна из центральных улиц Лондона. Миллионы жителей города и туристы каждый день проходят здесь, мимо здания посольства Казахстана. Если раньше над ним возвышался небесно-голубого цвета флаг, то теперь прохожие могут увидеть официальную вывеску «Казахстан Хаус». Чтобы установить ее, нужно было получить специальное разрешение у британских властей. Но учитывая теплые отношения между Казахстаном и Великобританией, Соединенное Королевство пошло навстречу нашему диппредставительству, которое, к слову, стало первым среди стран СНГ, удостоенной такой привилегии. Это очень важная часть Лондона, которая находится в самом центре города. Надпись прочно укрепляет имя Казахстана на самом верху государств, представленных в столице Великобритании. Почетное название «Казахстан Хаус» в качестве официального адреса посольства теперь используется Королевской почтовой службой Royal Mail, а также британскими электронными картами и поисковыми устройствами. Галымжан Караманулы, Великобритания, специально для Хабар 24.